Risanta R82ST – электрический рубанок для эффективной и неутомительной обработки дерева. Инструмент поставляется в фирменной коробке и комплектуется направляющей линейкой с ключом, ключом для замены лезвий и техническим паспортом. Также отметим, что данная модель предусматривает возможность стационарного крепления, в отличие от младшей версии рубанка Risanta с индексом R82/800. Модель R82ST выполнена в корпусе из светло-серого пластика. Внутри расположен коллекторный двигатель, на валу которого установлен ведущий шкив. Посредством ременной передачи вращательный момент от двигателя передается на ведомый шкив, установленный на валу фрезы. Мощность двигателя составляет 1100 Вт, а максимальная производительность достигает 16 000 оборотов в минуту. На основной рукоятке расположился курок выключателя и кнопка предохранителя. С торца выведен шнур питания. В носовой части предусмотрена ручка регулировки глубины строгания. Сбоку выведено отверстие для отвода стружки. С тыльной стороны установлена подошва с режущим ножом. Ширина строгания ограничена параметром 82 мм, а глубина строгания достигает 3 мм. При этом возможность работы с направляющей делает выполнение задач более точным. Что в итоге? Risanta R82ST – это эффективный электроинструмент для строгания древесины в бытовых и производственных условиях. С его помощью можно удобно и быстро обрабатывать плоские поверхности и кромки. А еще инструмент обеспечивает направленный выброс стружки и плавное регулирование глубины строгания.